Всем привет! Сегодня понедельник, а значит с вами я, Владимир Пересада, и наш плановый обзор индексов. Индексы – это поводыри рынка. Если сопоставить техническую картину индекса и торгуемого вами инструмента, можно получить идею для входа либо выхода из позиции. Благодаря этим поводырям рынка строится торговая стратегия. Начнем мы с индекса доллара. Индекс доллара пришел в зону спроса. Зона спроса находится от значений 93,3 до 92,3. То есть у нас есть некий запас прочности, от которого можно строить свои торговые идеи. Относительно торговых идей. Я уже успел получить стоп-приказ по канадскому доллару согласно индекса, то есть я открывал, во-первых, по технической разворотной базе с канадца, но сопоставлял с индексом. Актуален на текущий момент только единственный инструмент, который можно работать в продажу, и это евро-доллар, потому что евро-доллар находится в хорошей зоне предложения вплоть до 1.19. То есть до тех пор, пока евро-доллар не пройдет значение 1.19, он интересен для возможных продаж. Поэтому, если на ваших инструментах с долларом есть идеи, которые касаются покупок, это можно делать до тех пор, пока индекс торгуется выше значения 92,3. То есть до тех пор, пока индекс торгуется здесь, актуальны покупки. Если индекс будет падать ниже, нужно из идеи выходить, либо искать новые идеи в продолжение продаж. Пока покупки, с моей точки зрения, актуальны. Америка. Индекс S&P 500. Мы с вами разговаривали несколько недель назад о том, что стоит покупать акции со значений 3200-3000, 300-3000. Все-таки не дали значительного снижения индекса, не дали нам закупиться акциями. Я читал в комментариях, некоторые люди писали, что ни в коем случае не покупайте, рынок будет падать ниже. Но, как мы видим, прекрасно рынок сейчас себя чувствует по значению 3500, и многие акции неплохо подросли. Минус какой? Минус в том, что не удалось все-таки купить, потому что не дали снижения полноценного. Пока оставим в покое американский рынок акций, я советую воздержаться сейчас от коротких в любом случае, от длинных тоже, потому что рынок может быть перегрет и до самих выборов есть вероятность его продолжения. По продолжению это работает только скальперские стратегии, а так как я среднесрочник, то для меня интересно, конечно, покупать значительные откаты, однако по скальперским стратегиям вы можете прекрасно работать и с 3-400 по откату, либо искать короткие на перегретых акции. Те, кто торгует интрадей, вы прекрасно все это умеете и знаете. Что касается электронных компаний, то здесь тоже мы видим, что пошел рост, но здесь, в отличие от S&P, есть некая структура восстановления. Есть разворотная база, которая сформировалась в значении 11500, обратите внимание, и при откате к 11500, -11100 можно пробовать искать длинные позиции на ход к максимуму. Это интереснее, чем S&P, и акции, входящие в состав NASDAQ, могут быть любопытнее, особенно те, которые работают вместе с индексом. Dow Jones тоже сформировал непосредственно разворотную базу, но не такую четкую. По Dow Jones преодолели область предложения, и это характеристика все-таки сильного рынка. Да. Сейчас довольно непредсказуемо все это. Однако Dow Jones работать не так интересно. Европа, DAX. Вот Европа стоит в зоне предложения, достаточно хорошей. И сейчас, как и прежде, рынки не особо закоррелированы. Если в момент роста к максимумам Америка была стабильной, то Европа в этот момент стояла. Сейчас 13 000-13 400, можно думать о коротких по Европе, вплоть до того, что пробовать шортить индекс DAX. Это интересно, и сама ситуация располагает. Еще я бы хотел вам показать золото, хотя это не входит в наш обзор плановый, мы работаем с вами по индексам, но тем не менее хочется показать вам золото. Есть неплохая идея
краткосрочного характера. Посмотрите внимательно, откуда рождалось снижение. С области 1945-1970. И вот эта самая область 1945-1970 может неплохо открываться в короткую. Поэтому, кто ищет продажи по золоту, можно пробовать проторговать. Это самая сильная область на данный момент времени. Всем, ребят, спасибо за внимание. Спасибо за то, что слушаете мои обзоры по понедельникам. Не забывайте подписываться на канал брокера. Не забывайте подписываться на мой канал ProTrade. Для вас всегда есть новая актуальная информация. Всем спасибо за внимание. Всем пока.